Баскетболтренинг.орг.юа. Уроки баскетбола. Баскетбольные тренировки от А до Я. Представляет Nike Signature Moves. Часть 2. Рики Рубио. Перевод за спиной. Привет, я Рики Рубио. И это мое видео для Nike Signature Moves. Первым делом я сближаюсь с соперником и делаю вид, что я отдам пас за спиной на своего свободного партнера. Но пас я не даю. Он двигается вправо, предполагая прочитать передачу и сделать перехват. Но паса не следует. Я продолжаю ведение. Когда я подбираюсь к линии штрафного броска, второй защитник выходит на меня. Я немного останавливаюсь. Мой партнер открыт. Я вижу его, я знаю, что он открыт. Дальше следует легкий пас. Это может быть навес или что угодно. И он бьет сверху или завершает иным образом. Это легко. Пошагово. Перевод за спиной. Немного затормозили на линии штрафного броска. Передача и завершение. Теперь смотрим, как это выглядит на самом деле. Отрыв 3 в 2. Рики Рубио имитирует пас за спиной. Но паса не следует. Это перевод вокруг себя. И ведение продолжается. Первый защитник уже отсечен. Дальше. Сближение со вторым. Остановка. Внезапная резкая остановка. И передача. Передача на партнера, который с легкостью может завершить эту передачу броском сверху, лейапом или иным образом. Действительно хороший вариант разыгрывания быстрого отрыва с численным преимуществом от испанского таланта Рики Рубио. Пас не глядя. Первым делом я должен избавиться от своего основного опекуна. Я выполняю движение in and out, то есть внутрь наружу. И продолжаю ведение. Теперь я снова оказываюсь один в один. Я совершаю перевод мяча за спиной. Защитник думает, что это будет передача. То есть за спиной очень часто отдается передача. И он двигается, чтобы перехватить ее. Но это всего лишь перевод за спиной. И теперь я могу спокойно бросить, отдать пас свободному партнеру для завершения. Уйма вариантов. И я отдаю скрытый пас. После чего мой партнер легко завершает атаку. Итак, еще раз. Первое. Движением проходим соперника. Делаем перевод за спиной. Выполняем пас не глядя. И легкие 2 очка. Итак, динамический эпизод. Рики Рубио. Снова отрыв 3 в 2. Первый выходит защищаться защитник. Движением in and out. Аналог кроссовера, только одной рукой. Он проходит первого. Снова выход. Снова защитник. Перевод за спиной. Защитник пытается перехватить передачу. Нет. Пас не глядя. И легкие 2 очка. Единственное, что мне не понравилось в этом ролике, это невероятно глупая защита. Один, потом другой. Хотя по логике они должны были расположиться в зону. Евростеп. В первую очередь я поднимаю голову. Это важно для того, чтобы оценить, сколько времени есть на атаку и посмотреть, что вообще происходит на площадке, где мои партнеры и как они перемещаются. Я подзываю заслон. Заслон приходит справа от меня. Соответственно, мой защитник уверен в том, что я пойду именно туда. И правую сторону от себя он уже не держит. Переводом за спину я освобождаюсь от опеки и отрезаю своего защитника. Далее ведение продолжается. На подстраховку обычно выходит один последний оставшийся, это большой под кольцом. И здесь я выполняю так называемый евростеп. Я впрыгиваю в правую сторону от себя настолько резко, что защитник должен поверить в завершение именно с той стороны. Вторым шагом я резко меняю направление и набираю легкие 2 очка. Давайте по шагам. Ждем заслон. Ложный пик-н-ролл, мы не идем через заслон, меняем направление. Выполняем евростеп и завершаем. Теперь в динамике. Вот здесь Рубио сейчас подзовет заслон. Вот он подозвал. Сейчас пойдет партнер ставить заслон. Рики резко меняет движение и освобождается от опеки. Дальше на подстраховку уходит центр. Вот это якобы напрыжка, но он приземляется на одну ногу, что дает ему возможность сделать еще один лишний шаг в тот момент, когда защитник уже остановился и до конца уверен, что Рики сейчас будет прыгать вверх после напрыжки.
на одну ногу.